Заслуженную артистку России Елену Степаненко сегодня встречали в столице Заполярья. На Ринмаре ее концерт пройдет впервые. Любителей веселого жанра ждет незабываемая встреча с яркой и уморительно смешной программой 6 апреля во Дворце культуры «Арктика». Одна из самых ярких звезд на российской эстраде Елена Степаненко сегодня прилетела в Нарьян-Мар. Артистку встречали под звуки ненецкого бубна и предложили отведать каравай. Встречающих она зарядила энергией прямо на крыльце гостиницы, исполнив песню про Нарьян-Мар. Всех приглашаю на концерт, будем встречать весну, смеяться, любить друг друга, и чтобы у всех было благоденствие. Концерт Елены Степаненко состоится во Дворце культуры «Арктика» 6 апреля в 19:00. Телефон для справок 2-16-88.